Добро пожаловать! Для лучшей навигации используйте тайм-коды в описании. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Корона. Сериал рассказывает о королеве Елизавете II с момента ее свадьбы в 1947 году до настоящего времени. «Экстрасенс» 2011 года. Действие картины происходит в 1920 году. Ученый-скептик приезжает в загородную школу-интернат, где, по слухам, наблюдается повышенная спиритическая активность. Сначала она уверена, что сможет развенчать этот миф, но затем пугающая встреча со сверхъестественным заставляет ее изменить свое мнение. «Писатели свободы». Рассказ о нелегких буднях учительницы английского языка, преподающей в одной из школ калифорнийского городка Лонг-Бич. Ее ученики почти сплошь субъекты, для которых английский совсем не является родным языком. Ко всему прочему, Лонг-Бич славится своими бандитскими традициями. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!